Уголовное дело в отношении экс-акима Павлодарской области Ерлана Арына находится на рассмотрении в суде. Об этом сообщил председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кужамжаров. По его словам, чиновнику вменяют злоупотребление служебными полномочиями, а также получение взятки в особо крупных размерах и легализацию имущества, добытого незаконным путем. Дело поступило на доследование на сегодняшний день. Из ранее предъявленных 10 эпизодов осталось только 2. И сейчас дело уже находится на рассмотрении в суде города Павлодар. Напомню, следствие отказалось от целого ряда тяжких обвинений. Это отмывание преступных доходов и создание ОПГ. Ерлан Арын находится в СИЗО с начала марта.